Всех приветствую. Продолжаем рассматривать картины. Картина называется «Полуденный отдых при дворе Медичи». Ханс Маккарт, 1863-1864 год. Знаменитый австрийский художник второй половины 19 века. Выдающийся мастер исторической живописи, натюрморта, аллегории, пейзажи и портрета. Ганс Маккарт также был блестящим сценическим декоратором, дизайнером костюмов, мебели и интерьера. Творчество художника оказывало огромное влияние на европейское искусство той поры, а большинство его картин написаны в академическом стиле. Картина называется «Полуденный отдых при дворце Медичи». Это единственное крупноформатное полотно этого мастера в России. Первый живописец Австро-Венгерской империи. В России его крупных работ мы не имеем вообще. Картина крупноформатная, более 5 метров. Австрийский художник создал его для барона Штиглица. Это одно из первых своих монументальных полотен на сюжет из истории Марии Медичи, королевы Франции. Стиль Ханса Маккарта определил культуру целой эпохи в Вене. Он писал яркими цветами и плавными формами. Эстетика была для него прежде всего. Не случайно художника называли волшебником красок. Чтобы усилить силу своих красок, он использовал асфальт в краске. С годами это привело к некоторому ухудшению качества его картин. Произведения Ханса Маккарта выполнены в академическом стиле и состояли из аллегорической и исторической живописи. В основном это были масштабные театральные постановки. Ханс Маккарт наиболее известен своим влиянием на Густава Климта и других австрийских художников. На картине изображена сцена отдыха при дворе королевы Медичи. Яркие цвета, отлично выписанные лица персонажей. Эта картина хранится в Эрмитаже, в главном штабе. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.